Здравствуйте, дорогие гости и подписчики. Сегодня я хочу приготовить очень вкусное и сытное блюдо, баранину, томленую с овощами. На рынке я купила вот такую замечательную баранину. Здесь у меня ребрышки и спинная часть, мне ее порубили на такие средние кусочки. Мясо на косточке очень вкусное, нежное. Думаю, получится просто замечательно. Из овощей я взяла большой болгарский перчик, желтый, чтобы было ярко и красиво. Два помидорчика, одну луковицу и обязательно зелень кинзы. Из специй я добавлю только черный перец, больше ничего добавлять не буду. Болгарский перец я нарежу вот такими вот, наверное, четвертинками и их уже соломкой. Помидоры полукольцами. Удалим черешок. Репчатый лук полукольцами. Еще я забыла вам сказать про жгучий перчик, который я тоже возьму. Перчик чили маленький, его порежу колечками. И мелко нарежу кинзу. Прямо со стебельками. Теперь я начинаю укладывать наше блюдо. В узкую и высокую кастрюльку я положила половину баранины. Сейчас я ее посолю. Поперчу. Закину половину зелени. Половинку жгучего перчика. Половинку перца резаного слоем. Половину лука нарезанного. И половину нарезанных помидор слоем. Слои повторить. У меня получилась практически полная кастрюлька. Она где-то у меня литра на 2,5. Теперь я налью сюда стакан кипятка. И поставлю на плиту. Наше вкусное восточное блюдо закипело. Водичка бурлит. Я сделаю самый маленький огонечек. Накрою крышечкой. И буду томить на самом-самом маленьком огне 2 часа. Можно кастрюлю поставить в духовку. Прошло уже чуть побольше 2 часов, примерно 2 часа 15 минут. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такое аппетитное жаркое. Мясо протомилось, протушилось. Будет очень мягкое, отставать от косточки, таять во рту. Подам я это мясо с отварным картофелем, свежими овощами и зеленью.